приготовления этой котлеты появился благодаря случаю. Как-то раз император Александр I ехал из Санкт-Петербурга в Москву. По дороге император проезжал город Торжок, что в Тверской губернии. Как раз по случайности императора в этом городе ломается карета, что вынуждает остановиться на некоторое время. Император остановился в постоялом дворе Дмитрия Пожарского. Пока чинили карету, Александр I решил заказать для себя на обед несколько различных закусок, а также телячью котлету. Как известно, в 19 веке телячья котлета назывался натуральный кусок мяса на кости. На беду хозяин трактира Дмитрия Пожарского телятины не оказалось, но отказать императору он не мог. Его супруга Дарья Дакимовна предложила мужу пойти на хитрость. Они придумали сделать телячью котлету из рубленого мяса курицы. Передали очертания телятины, вставили косточку, панировали больших сухариков из белого хлеба, фаршировали котлету сливочным маслом, запекли в печи и подали императору. Ну, конечно, Александр I сразу понял, что это не телятина. Но блюдо ему очень понравилось. Это не стал же не трактирчика. Что интересно, велел его сразу же наградить. И тут же велел нести в царское меню рецепт приготовления этих котлет. Что интересно, в царском меню котлеты так и назывались. Котлеты телячьи рубленые. Но по рецепту Пожарского это означало, что котлета готовится из курицы. Хотя называется телячья. Но все же в ресторане Пушкин мы это еще блюдо готовим по тому рецепту, который был еще в семье Пушкиной. Они же готовили пожарскую котлету из двух видов мяса, курицы и телятины, соотношение 50-50. Так же, как правило, в ресторане Пушкин пожарскую котлету мы подаем с печеным картофелем, который немного обжариваем чесноком и тимьяном, ведь именно так любил Александр Сергеевич.